Привет, дорогие друзья и подписчики! Сегодня мы вам хотим показать наши продукты из магазина Пятерочка. Ну, потому что пока еще снимать больше нечего, чтобы вы нас не теряли на ютубе. Ну, пока у нас вот такое видео будет. Цены, конечно, каждый день поднимаются. Напишите, как у вас в городе с ценами. Купили вот такой вот рисик у Велка. Пакетиках удобно варить, просто это быстренько, когда времени нет, закинул пакетик, сварил. Сейчас дети все в школу время... пойдут. Да, все время покупаем такие вот актимельки маленькому, очень вкусные. Он у нас всегда выпивает вместо кефирчика. Кефир он просто не пьет, вот актимельчики вот такие. Доширак, домиш какой-то, это вообще домшим. Ну, почему-то вот он вкуснее, чем доширак. А я... вот. Это на работу. Я еще не ем. Угу. Купили помидорки в магазине Пятерочка. А мы сегодня будем делать рагу из них. Для этого мы купили из кабачков. Купили две тушенки разные. Вот это была по акции. Это без акции. Сейчас я ценник оглашу. Так, сейчас. Вот это вот она по акции 159,99. А вот это 229. Вот скроем потом и посмотрим, чем вообще отличается. Вот это вообще, кажется, баночка даже меньше. Купили вот такой вот хлебушек. Это хлеб зерновой Грация. Потом покушать. Бананчики, морковку, это все для наших кабачков. Купили булочек на утро. Мы всегда утром, ну, конечно, не всегда, когда как, но мы кушаем булочку с утра с кофе. Кто также любит, ставьте лайки, пишите. Вот такое сдоба капучино от первого хлеба. Вообще она такая вкусная. И вот отдает, правда, как кофейку. Сахарная посыпка и вот такой слойка с вареной сгущенкой, тоже очень вкусная. Купили кетчуп, ну а закончится, мы любим вот такой вот Хайнц. Лимончик, это опять все для нашего рагу. Лучок, картошечка, немножко взяли. Водичку я взяла себе на работу. Сегодня первый день моего выхода на работу. Вот закончим. Значит, а чеку сколько это? Ну, и взяли, сейчас я покажу. И взяли вот таких груш у бабушек. А, за, да, это садовых. Да, садового груша. 120 рублей мы за такой пакет. По 60 за КГ. Да. И еще самое, что классное, кто собирает вот такие это Brawl Stars. Сейчас мы только в Пятерочку и стараемся побольше набрать, чтобы маленькому достались вот такие вот Brawl Stars. Могу одну им показать даже. У кого детки есть, то в теме. Вот такие вот прилипашки. Вау, классно, минерка. Это куда? Ну, они вот прилипляются, как липучка, можно на стекло, куда угодно. И это как вот, ну вот, допустим, на кеды, на рюкзаки можно приклеить. Сейчас мода такая, да? Да, ну, у нас маленький хорошо ими играет. Так, и все, только что я увидела. А вот все наши покупки обошлись нам в 1000... Так, 1000... Нет, тут... 1200. Да, почему-то без 1400. Да, вот, 1293. Покупочки. Что там лук почем? Сейчас буду оглашать. Вот минеральная вода 56 рублей. Ну, цена, конечно, огонь. Раньше она когда-то стоила рублей 30, да? Угу. Потом актимельки за штуку 24,99, ну, считай, 25 рублей. Кетчуп 149, но он был по акции. Так, ну тушенку я говорила, одна 159, другая там 200 с чем-то. Так, картошка за килограмм 29,99 у нас вышла на 32 рубля. Морковка, цена за килограмм 69, нам она обошлась 46 рублей.
А крупа увелка 97-99. Ну, она сейчас вообще цена огонь. По акциям, конечно, подешевле, но она была без акции. Раньше, помнишь, она была, мы набирали по 30-40 да, рублей за пачку. Сейчас вообще, конечно. Так, потом что? А, ну вот это 229 рублей, это я говорила. Почти, кстати, 230 она. 229,99. Мясо полкило можно взять. Угу. Ну ладно, попробуем. Лимоны 159. Стопи. А, это лимоны. Ну, я показывала. Лимончики. Мы любим не толстокорые, тонкокорые вот взяли. Лимончики, бананы. За эту связку 81,39. Килограмм стоит 66,99. Лук 5 рублей 70 копеек. За килограмм 29,99. Томаты за килограмм 69,99. У нас обошлось 44,79. Так, слойка со сгущенкой вот такая вот. Она 26,99. Так, потом сдоба капучино. Она почти 28 рублей. 27,99. Что у них все, да, вот 99,99. Ну, копейки. Да. Так, хлеб, вот такой вот хлебушек, это 62,99, представляете? Вообще огонь цена. Так, лапшичка 32,99. И вот игрушки, они пошли как подарок. Каждый 555 рублей в чеке. Такие вот игрушки. Ну, вот такие вот наши покупочки. Рассказывайте, как у вас цены поднялись, нет? Какие вы покупочки делаете? Ну, мы еще видео объединим, наверное, покажем, как мы будем рагу готовить из кабачков, потому что это тема. Это у кого огороды. Сезонная. Да, сезонная. У кого огороды, как бы так, тоже, как мы, наверное, готовят кабачки. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч! Так, подготовили ингредиенты для нашего рагу. Столько у нас. Это один кабачок, представляете, на все полностью на сковородку. Ну, сейчас, наверное, жарится. Аромат уже стоит обалденный. Можно, в принципе, отключать и так есть. Конечно, немножко не в тему получилось, но нашему ребенку подарили вот такой вот карамельку на палочке. Кто-нибудь видел такое? Мы вообще впервые увидели, открыли, и я прям не могла не показать вам. Смотрите, вот такая, такое колесико, соответственно, рисунки и светящаяся палочка. Ну, сейчас, конечно, светло, не видно, но она так прикольно светится в темноте. Кто-нибудь видел такую вкусняшку? Напишите, расскажите. Я говорю, мы вот впервые увидели. Вот такая вот карамелька на палочке. Положили морковочку в наши кабачки. Свет падает, что-то не видно, что это морковка, но это морковка. Сегодня 29 августа, время час. И смотрите, у нас сегодня солнышко. Прям вообще такая солнечная погода, но прохладненько. На улице прохладненько. Ну что скажешь? Уже конец лета, скоро уже осень, последние солнечные деньки. Но знаете, мне такая погода больше нравится, потому что не хочу я потом 40-градусную жару, до сих пор в шоке. Аж не выйти, жара была, выходили только под вечер. Сейчас, в принципе, нормально, можно погулять. Кому нравится такая погода, как сейчас, ставьте лайки, пишите. Вот такие вот последние штришки. Это готовится наше рагу. Еще пару минут, и скоро уже будем добавлять тушеночку. Вскрыли тушенку. И вот это оказалось получше. Она с ключом, открываться, ну, открывается удобно. Как раз можно в дорогу взять, в поезд, если еще кому актуально. Может, в сентябре еще кто, и в октябре можно ехать отдыхать на море. Еще там бывает бархатный сезон. Вот тут жира вообще практически нету. Мясо пахнет. А вот это, кстати, дороже. И смотрите, сколько жира. Может, кто-то любит. Да, кто-то, может, и любит жирком. Вот, жира
Ну, запах. Ну, с этим мне этот запах почему-то больше нравится. Ну, тут тоже мяско пахнет. Ну, это неудобно открывать, потому что ключа нет. То есть это надо с собой брать ключ. И вот имейте в виду, что вот тут такой тушенки много жира. На любителя, в общем. Скрыли. Сейчас мы будем добавлять наши овощи. Такой типа сначала ПП, потом не ПП. Если кто на ПП, да, разделить, вытащить, потом тушенку добавить. Еще знаете, пока готовили, тут уже посуды вообще много скопилось, и хотела показать вам такое вот средство, купила в фикс прайсе. Цена что-то 200 с чем-то. Ну, я вообще удивилась, вот такое, ну, тяжелое. Сколько там? 2 литра. 2 литра. И что хочу сказать, не берите, потому что оно вообще жидкое-жидкое, то есть и пахнет просто вот разбавленным мылом. То есть простое мыло для рук взяли, разбавили, или может даже, знаете, обмылки кидают, то есть и вот такое вот. И оно жидкое, ну не очень хорошо посуду промывает. Я до этого там мыла вот таким, это Эковер, это я на Велберис заказывала. Кстати, то, ну, оно 150 вроде стоило, но оно очень хорошо промывало, мне хватило на 1,5 месяца. А это я не знаю, на сколько, ну, может, на неделю, но если оно плохо промывает, то, конечно, его больше нет. То есть, ну, не знаю, может, кто-то пробовал, напишите, может, вам понравилось, но мне вот, короче, оно не понравилось. Так, достаем нашу тушеночку. Что-то у нас сегодня какой-то влог получился отвлеченный, так скажем. Mm-hmm. Ой, желатин. Да. Не знаю, наверное, жир. Ну, не будем желатин добавлять. Я буду добавлять, угу. Да. А жир. Что-то не она хочу. Жир. Хочешь? Да. Кусочек. О, нет. Потом. Не знаю, кто ест. Я вообще тушенку так не хочу есть. И жир я тоже не хочу. Да, я любила. Когда-то с хлебушком есть. Жир? Нет, тушенку. А что мне давали? Это соседка была там. Тетя Валя, она на хлеб, а не тушенку с мужем мазали, и это и угощали меня тоже. Ну, сравнил, знаешь, раньше тушенка, это, наверное, мясо, ну, было, да? А сейчас я... И сало настоящее. Сомневаюсь, что сейчас там вообще есть мясо, ну, какой-нибудь ГМО и глютаматы все. Ну, а этот пишет, что вот без ГМО. Угу. Напишут они теперь. Ну, ладно, так, более-менее убрала. Ну-ка, и вот. Это? Да. Это она тугая должна быть. Сорта. Да. Куски это мяса. Как, знаешь что, холодец. Mm-hmm. Больше на холодец. Похоже. Ой, застряла. Сейчас на середину кухни выкину. Ладно, все, давай сейчас тебе помогу. Там потом. Нет, все нормально. А, да? Вытащилась. Ага. Ну вот это вот как-то, она, о, смотри, там жир. Вот тут в конце жир. Но... Ну, вот он как бы нам... Кстати, может, это даже удобно. Удобно. Да. Хочешь, добавляй, хочешь, не добавляй. Да. Может, тут обожает добавлять жирок. Вот тут жирок и вот тут жирок. То есть оба жирком. Но я говорю, вот эта тугая, а эта такая... Да, ну, как... Консистенция, да? Ну, пахнет вот, приятненько. Пока не будем добавлять еще наш вот. И вот так вот выглядит наши овощи. Сейчас уже надо добавлять. Добавить? Угу. Положили тушенку. И запах пошел. Да. Ну и до этого как бы кабачки вообще давали, не знаю, почему-то запах какого-то омлета. Ну приятно было сейчас тоже. Было ПП, стало не ПП. Кто также любит тушеные кабачки с мяском, пишите. Ой, вообще, да, мяско это тушенка. Так, на перекус пойдем. Может, у кого-то домашнее есть тушенка. Делают. Да, кстати, может кто-то делать. Но мы, конечно, не делаем. Мы не будем, потому что это много времени, у нас его нету. Вот. Кстати, вот разбираю даже, вот, ну, кажется, мясо такое тверденькое. Ну вот, впрочем, и все. Наше блюдо почти готово. Ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо за просмотр. Пока-пока.